Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами я, Александр Никиенко, компания «Стройгарант Анапа». Мы находимся в коттеджном поселке Звездный, где мы делаем застройку из 50 коттеджей. И вот сегодня у нас есть счастливые... Вы счастливые? Да. Счастливые покупатели, которые взяли коттедж не здесь, а в Жемчужине. Но мы приехали сюда, потому что здесь точно такой же проект, 110 квадратных метров, который они выбрали там. И мы решили вот, ну, на фоне как бы уже их дома, как бы, который в Звездном, да, но будет в Цибунабалке, вот взять у них отзыв. Это у нас Наталья и вас как зовут? Алла. Алла. Вот. Наталья и Алла, можете хоть одновременно говорить, можете по очереди. Почему вот именно Анапа? Многие живут и выбирают, ну, между Геленджик, там, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Сочи. Почему именно Анапа? Ну, Анапа, она более мягкий климат у нее, красивый город. Ну, вот почему-то море очень хорошее, мне нравится, песчаный пляж. И, а где вот мы были, в Сочах, там везде каменистый пляж. Ну, вот. Больше всего по климату и по отдыху нравится Анапа. Еще такой вопрос. Почему именно «Стройгарант Анапа»? Много же здесь застройщиков, конкурентов наших. Я думаю, вы изучали, YouTube-каналы смотрели. Почему нас выбрали? Ну, потому что вы самые надежные. А ну как это вот человеку, как поверить, узнать, что мы самые надежные? Ну, потому что сколько вот не обращались, какие компании... Доверие вызвали больше. Спасибо, очень приятно. Проект вы выбрали именно 110 квадратов. У нас 15 проектов. Почему именно он? Ну, для нас он более подходящий. Более подходящий, да. И вы, я как помню, выбирали между 106 и 110. И вам понравилось, что да. Эркер вот такой, и кухня-гостиная побольше. Ну, молодцы. Очень приятно, что наши ряды пополнят такие добрые, как вы, жители. Я даже не думала, что еще и наоборот строят. Ну, вы имеете в виду, что у вас будет слева спальня, а на данном проекте справа, да? Это все мы меняем, если человек хочет эркер, например, чтобы спальня была слева там или справа, выход с кухни там слева, справа, подвал с какой стороны, это все обсуждается. Ну, все он как... уже сказал, что по проекту да, у вас проект то, что мы смотрели. Отличный. Ну, это одни из самых ходовых проектов, 110, 106, 130. Да, а больше оно не нужно. Ну, кто-то, сибиряки приезжают, им надо гараж на две машины, 200 квадратов, 15 соток земли. Я говорю, зачем, очнитесь, это там уже, здесь надо отдыхать, зачем огород? Конечно. И тем более за сотку цены такие большие, поэтому, ну, опять же, смотря с чем сравнить, это все-таки юг. Так все красиво. Нет, так все хорошо, так нормально. Все ровненько. Мужья хоть помогали выбирать или вам весь карт-бланш дали? В первую очередь. В первую очередь? Молодцы. Ну, просто высший разум же вы, ну, в семье, правильно? Поэтому, наверное, в первую очередь вы выбирали. Ну, в основном взяли. Нам уже интересно, как планировка, как отделка. Да, кстати, вы отделку вот будете сами выбирать, да, правильно? Да, конечно. Тона, да. Цвет, вот все. Это уже у нас. Да, да. А мужья уже как бы... Ну, и проект, конечно, хочется, чтобы удобно было. Комфортно. Ну да, они как бы спрашивали за нюансы, вот все там фундамент, арматура, конечно. Из чего, вот это, как. Это уже хозяин, а уже по дизайну. Это вы, да? Это наше. Вы смотрели и Звездные, и Морской, и Жемчужину. Почему Жемчужину выбрали? Инфраструктура там. Вот, вот, да? Это у вас было основное. Там и школы, и садик, если да, надо, да. И больницы, и ППС, да, и да, глава да, там да, сидит, да, да, да. И рынок. Да. Многие ездят туда на рынок. По инфраструктуре, именно по инфраструктуре. Молодцы. Ну и по цене он получается подешевле, чем да. другие наши да, объекты. Да. Вот, ну, очень здорово, очень рады, еще раз повторюсь. Предлагаю, может быть, сейчас еще раз съездить туда, на ваш участок конкретно, посмотреть, чтобы вот атмосферу эту еще раз почувствовать. Вы не против? Поехали. Поехали, посмотрим. Друзья, вот мы приехали на участок конкретно, вот где взяла Наталья. Это 12-й, улица Ольховская, 110-й проект. Сколько соток земли? 6,5. 6,5, все помнят, потому что деньги же платят. Молодцы. Вот здесь будет через ровно 7,5 месяцев 110-й коттедж.
ну, 110-й проект. Я думаю, когда потом они приедут принимать дом, мы тоже это полностью заснимем, радостное событие, чтобы посмотреть, что обещали и что сделали, правда? Конечно. Здесь у нас будет полностью улица в декоративной штукатурке. Такие же проекты и дома, ну, я имею в виду фасад, цвет штукатурки, как на Звездном. Дальше идет улица по обе стороны в кирпиче и еще одна улица в декоративной штукатурке. Всего будет 220 коттеджей в едином архитектурном стиле. Земля здесь ИЖС. Вот, поэтому звоните нам, задавайте вопросы, бронируйте. Продажи пошли здесь очень успешно. Даже, может быть, где-то не ожидали, признаюсь честно, потому что пандемия там и так далее. Второй волной пугают, инфляция, столько факторов, которые, да, вот, да, сдерживают нас. Бывает, да. Но люди, тем не менее, наоборот, когда посидели в клетке у себя, да, во время карантина, они поняли, что надо вот землю, надо землю. Да. Ну, я думаю, вы будете тоже нас рекомендовать, и за вами еще много-много-много, как в той песне «Катится, катится», да? «Голубой вагон». Да. Поэтому звоните, мы вам будем присылать фото-видео-отчет, как обещали. Если надо будет дополнительная какая-то информация, вы можете в любой момент, у вас и мой номер есть, и вашего менеджера, звоните, мы всегда будем рады и оправдаем все ваши прекрасно ожидания. Прекрасно. Спасибо. До новых встреч.